питання пересування, обмежень пересування. Зараз людям є за що переживати. Тобто можуть вони, наприклад, на своєму автомобілі їздити між містами, відвідувати когось? Чи... На сьогоднішній момент ограничення по передвиженню нету. Ми поставили спеціальні карантинні пости тільки в містах двох очагів розгинутої коронавірусної інфекції. Це город Радомишль, де скончалась жінка. И мы контролируем выезд из этого города для того, чтобы попытаться понять, нет ли еще заболевших. И это населенный пункт Черновицкой области, где также есть много заболевших. Но если количество заболевших установленных будут измеряться многими сотнями, то не исключено, что будет принято решение о чрезвычайной ситуации, о чрезвычайном положении. И в таком случае уже будут определенным образом еще более ограничиваться мобильность граждан. Сейчас есть 4 страны в Европе, это Италия, Испания, Франция и Австрия, в которой полностью ограничена свобода передвижения. Там введены режимы чрезвычайного положения, и граждане могут выходить на улицу только для того, чтобы купить продукты или лекарства, и больше ни зачем. А от, скажіть, вам особисто, що більш лякає? Соціальна напруженість у випадку таких радикальних рішень, чи все ж таки загроза коронавірусу? Моїй мамі 80 лет. Если она заразится коронавирусом, шансов выжить у нее немного. Поэтому меня больше всего беспокоит здоровье украинцев, здоровье моих близких и ваших близких.